Всем hello, дорогие друзья, с вами я, Волгоронов, и сегодня мы с вами будем с вами говорить о моем подарке, первом подарке к Новому году 2023. Вот он, письмо. Ну, это письмо, это не подарок, это просто письмо, но для меня он тот подарок считается, да. Скажу вам по секрету, я заказал танцующий тактус и Леда Марио, да. Танцующий тактус и Леда Марио. Но, во-первых, Леда Марио я заказал впервые, но потом мама увидела то, что в Велберис есть танцующий тактус, и она его заказала. Это Ротчу Дед Морозу, вот, отправила. То, что я хочу. Поэтому либо мне подарит Леда Марио, либо танцующий тактус. Ну, будем отрывать письмо. Там, кстати, есть еще и головоломки. И да, кстати, я вам напоминаю, то, что у меня есть видео под названием «Новогоднее обращение Вова Миронова Владимира 2023». Да, напоминаю, что там до сих пор премьера пота закрыта идет, но там премьера пота еще не премьера, вы поняли, да. И, короче, такие вот дела. Да, поэтому 31 декабря в 23:50 вы посмотрите это видео про новогоднее обращение. О, Мирон Владимир 2023, то есть меня, и вот. Но, единственное, но у меня есть еще видео под названием «Новогоднее обращение Вова Миронова Владимира 2022». Да, у меня таких видео два. Я это видео делал 11 месяцев назад, а вот это про 2023 я делал 11 декабря, то есть 2 недели назад. 3 недели назад, да. Хотя, да, 2 недели назад и 3 дня. Делал. Ну ладно, давайте погнали. Там, кстати, есть еще и головоломки. Письмо от Деда Морозу тому Миронову Владимиру. А. Вот, он даже мое имя написал, посмотрите. Он мое имя написал. Клево. Хорошо то, что я не спалил свое отчество. Ладно, пофиг. Короче, там есть у меня головоломки. Вот что он мне написал. Ну, да. Прошлое письмо, кстати, было такое же. Ну, где... Блин, вам, конечно, не видно, но давайте сейчас попробую сделать что-нибудь. У меня, кстати, телефон, я его не держу, он у меня держится на подставке. Сейчас, смотрите. Вот у нас... Ой, это... Нет. Блин, сейчас подойдите. Короче. Ой, да я не знаю, как мне это вот так вот сделать. Ну, ладно. Ну, да. Ну, допустим, так. Смотрите, так, сейчас. На-на-на-на-на. Короче, здравствуй, малыш. Это пишу я. Добрый Дедушка Мороз. Я весь год живу на севере. Здесь всегда холодно. И только... На Новый год заезжаю в весь мир, чтобы раздать людям подарки и принести им чудо. Новогодний снежок яркий, одни на елочке. Это тоже моя работа. Весь год я наблюдаю за тобой и знаю обо всем. Так ты себя ведешь, что, да? А, блин, сейчас пойду попадать. Ты себя ведешь. Тогда ты себя ведешь, тогда ты шалишь, и тогда слушай еще взрослых. Я радуюсь тому, что твой ты любознательный ребенок, тогда ты знаменитый читаешь книги. А, Витя, ты уже знаешь, что даже друзья мы люди встречаются на удоб. А еще бы это обитаются самые завистные желания, потому что в дом приходит фашисту. Мне очень приятно, что ты был послушным ребенком и принес своим родным только радости. Ребенком и принес своим... Желаю тебе расти добрым, умным и веселым. И, конечно, продолжай верить в чудеса. А я обязательно позаботюсь, чтобы все твои желания исполнились. С Новым годом, твой Дедушка Мороз, 2023. Да. Эх, да,
Новый дот, ребят. А вы что думали? Тот же без нового дота, да. Ну, а после этого у нас начинаются маленькие, ну, не маленькие, а большие головоломки. Сейчас вам покажу, получим эту головоломку. Найди правильную тень следовита. Ну вот, смотрите, тут у нас вот, вот так, да. Найди правильную тень следовита. Сейчас. Правильная тень. Так, вот у нас обычный. И я так понимаю, что... Так. Ну, наверное, знаете, белый-белый. Это не зеленый, не оранжевый. Не розовый, не а я знаю, такая тень, это фиолетовая, вот смотрите, вот фиолетовая тень похожа на эту тень, значит. Блин. Сейчас пройдите-то. Всё. Теперь вот это. Найди три одинаковые снежинки. Так. Ага. Я уже нашла одинаковую, только их здесь не три. Блин. Аж вот это. О. О. А, нет, блин, не то. А ну-то вот это. Вот я увидел стрел, да блин, все равно не то. А, стоп, две палочки. Две палочки и... Да, ё-моё. Ага, и... Да что ж такое, я все время нахожу то, что их двое, а? И двое. Вот что-то с синим связано. Я не вижу. Что-то сложно. А вы видите? Вы видите три одинаковые снежинки? Я не вижу. Ну вот, я вижу вот эту вот и вот эту одинаковую. Но вот все остальные... Ну блин, надо найти, чтобы они были три... Одинаковые, но это что-то совсем сложно, мне кажется. Ладно. Синяя. Так, стоп. Раз, два и... Отдаю мою. Раз, два. Да-да. Раз, два и... Да, и что ж такое? И это тоже снежинка не оказалось. Блин, а то та и снежинка-то... Почему они три одинаковые-то? Такие три одинаковые. А ну-то давайте вот эту, кстати. А давайте вот эту сначала. Тынь. На, пошел вот эту. Раз, два и три. Нет, раз, два и... Почему? Ребята, я реально не нахожу три одинаковые звездочки. Сложно мне кажется так-то. Ну, допустим, вот раз, два, нет. Раз, два, нет. Раз, два, да блин, где это? Где это снежинка? А вот раз, два.
Раз, два. И... Так я ничего не вижу. Может. Так, окей. А если вот эту посчитать? Да, если вот эту. Нет, а вот вижу. И. Нет, и нет. А если. Так. Вот это и дальше нет. Вот это, да, ёлки-палки. Вот это, а вот это, вот нет, не подходит. Нифига, не подходит. А это я уже и стал. А вот это, ага. Ага, и нет. А вот это? Ага. Ага. И нет. Да, и нет. Слушай, вот это? Да нет, это стежинки нет. Не, ребята, короче, я попробую сейчас найти без вас, а вы пока там разлетайтесь. Ребят, я сейчас без вас и стал, но у вас там ничего не было. Ну, короче, это просто я поставил на паузу, и я нашел три одинаковые снежинки. Три одинаковые снежинки. Вот, вот, вот и вот. Ой, нет. Вот, вот и вот. Три одинаковые снежинки. Вот еще раз показываю. Вот, вот и вот. Три одинаковые снежинки. Просто три одинаковые. Тых, тых, так, тых, тых и тых. Все, я нашел. Ура, наконец-то. Но это было долго. Они достойно спрятали. Они очень долго. Да, они очень хорошо спрятали. А если я сейчас то, что сделаю, но только поверну сзади, то тут, ребят, много головоломок. Да. Следующая головоломка, это типа найди 7 отличий. О, мне так, что тут одинаковые отличия были. Нет, вот здесь. Сейчас, блин, так сделать, так, чтобы вы... Вот. Найди 7 отличий. Ну, допустим. О, я уже нашел отличие. Так, вот, вот этого Деда Мороза, его там нет. Да блин. Вот этого Деда Мороза, его там нет. Вот. Вот этого его нет. Дальше... С этим ничего там. О, видел. Там нету мешка, а там есть. Вот здесь есть мешок, а здесь нет. А, вот я нашел отличие, то, что мешка нету. Дальше, тут у нас, я так получается. Тут Дедушка Мороз, но тут у него нет никаких отличий, вроде бы. Ну да. У этого Дедушка Мороза вроде бы никаких отличий. Вроде бы, ну да. У мешка тоже нет отличий, а вот этого, этого тоже нет отличий. Вот этого.
Что-то мне кажется, тут сложно отличить. Вот я нашел то, что делать, что здесь рот отрыла, а там она не отрывает. Три отличия я нашел, а где остальные четыре отличия, я без понятия. Минутку. Ориентация или... Да, то у конца есть отличие, зовут это. У последнего Дедушка Морозе рутан коричневая, а здесь она черная. Только мокрая, можно сказать. Вот. Все, я нашел четыре отличия. Дед Мороз, конечно. У него крутые задания, но сложные. А вот где остальные, это я уже не знаю. Ну, с подартом. Вроде бы с подартом не такие изменения. Да, с подартом все нормально. С дедушком, с последним дедушком морозом, морозом все тоже нормально. О, я заметил. Я заметил еще одно отличие. Я заметил то, что в мешке лежит подарок, а на второй картинке там его нет. Да. Вот, смотрите. Блин, сейчас тут есть подарок, а там нет. Еще две отличия осталось найти. Только где они? Вот, хоп, мне кажется, я нашел отличие. Нет, отличия здесь нету. Ребят, я что-то так не вижу отличия. А, увидел, вот отличие. Смотрите, прикол. Прикол в том, что у деда, у последнего Дедушка Мороза веревка стоит здесь другой стороной, а здесь друг, а здесь вообще другой. Вот. Осталось найти. Так, у меня столько нашел. Раз, два, три. Стоп. Раз, два, три, четыре, пять и шесть.
Я нашел 6 отличий, осталось найти последнее отличие. А где это последнее отличие? Последнее отличие очень сложно находить. Может, это связано со следом? Не уверен. Не, ребята, я не знаю, какое тут отличие, поэтому я не буду его искать. Да, я спрошу лучше у мамы. Следующая головоломка, предпоследняя. Тогда это что-то связано с пингвинами. Найди двух одинаковых пингвинов. А, ну это легко. Ну тут я, наверное, считаю, что тут их может быть много. Вот, смотрите. Вот и вот. А еще вот и вот. Так, вот этого. О, вижу. Вот. Так. Все. А вот этот вот, который махает левой рукой. О, я его тоже вижу. А, нет, это не он. Этот пингвин, он, короче, закрывает рот, а этот, он то же самое, но тут он еще и говорит. А дальше этот стеснительный. Стеснительного тут нету. А дальше стеснительный черный. Стеснительного черного нету. Так, нету. Нету. Ну да, тут, короче, я все нашел. Угу. Ну и осталось, ребята, найти только, решить последнюю головоломку осталось только. Это вот такой вот, сейчас, подожди. Как вам ее показать-то? Короче, вот сейчас. Вот это. Помогите Дедушке Морозу зажечь елочки. Зажечь. Найди для каждой елочки шнур и включи ее. Елка. Я вижу то, что вот этот шнур, он подходит. Отлично. Сейчас буду следовать. Вот так. Сейчас. Ты. Угу. А вот это. Стоп. Но вот это принадлежит уже вот этой. Ну да, все, ребят, мы все решили с вами про письмо.
Вот такое было письмо. Не знаю, видели вы мое письмо или нет, но я думал, что видели. И все думал вам. Ну, всем удачи, всем пока-пока.